Всем добрый день! Давненько мы с вами не виделись, но наступила осень, и мы с вами активно включаемся в работу. А сегодняшний ролик — это небольшие такие, ну, может быть, информационного какого-то характера, и небольшие ответы на ваши вопросы. Почему? Потому что, ну, есть такие вопросы животрепещущие, что вот уже вот, ну не вмоготу. Знаю, что очень много людей писало комментарии, писали свои вопросы, я не ответила. Право, не было времени, но я постараюсь вот сейчас все это дело исправить по возможности в ближайшее время. И ролики у меня отсняты, более 20 штук, которые некоторые из них уже, точнее, не актуальны, потому что продукция либо ушла, была временная и так далее, тому подобное. Либо я получила новую информацию, и надо будет ролики переснять. Почему? Потому что хочется максимально вам дать много нужной, полезной информации. Поэтому роликов много, еще раз повторю, их надо будет как-то отсортировать, посмотреть и так далее, и тому подобное. Безусловно, в ближайшее время выйдут ролики по матреженик. Исключением только станет ролик с маской, потому что у нас ее временно изъяли из каталога, из ассортимента, идет переоформление. Я думаю, нет пока смысла выпускать этот ролик. Почему? Потому что вдруг состав поменяется, и уже надо будет варьировать. Это один момент. Второй момент, то, что попросили люди вот так вот подробно рассказывать про декоративную косметику. Вот как я про уходные средства, да, вот так вот и про декоративную косметику. Есть такое дело, запрос принят, и я буду рассказывать о декоративной косметике не только с точки зрения, вот посмотрите, как красиво помадка лежит на губах, да, какой роскошный цвет у нас в очередной раз в новой коллекции один и тот же оттенок. Нет, я буду акцентировать внимание на какие-то особенности состава и так далее и тому подобное. Сразу говорю, я не визажист. Я не люблю это дело, это не мое, правда. Но оценить, допустим, декоративную косметику с точки зрения там возрастной кожи, сухой кожи, жирной кожи, да, каких-то особенностей и так далее и тому подобное, и вот благодаря составу, но это, пожалуйста, будем делать. Так что такой момент учитывается. Следующий момент, то, что я обещала гимнастику для шеи, да, которая в свою очередь еще является гимнастикой, которая вот там профилактика второго подбородка, подтягивание, моя наболевшая тема. А я уже сняла треть роликов, и вот в ближайшее время пересмотрю, что там, где там, как там, слышно ли, понятно ли все описание, и выпустим этот отдельный плейлист. Но это вот, скажем так, это будет как, знаете, уже не отношение косметолога, а именно врача, потому что этот набор упражнений, он пришел из ЛФК, лечебной физкультуры. Прежде всего, эта гимнастика направлена там на проблемы шеи, остеохондроз, холка, да, межпозвоночной грыжи, но тем не менее, некоторые упражнения я немножечко переделала, дополнила, адаптировала с учетом того, чтобы еще подтянуть овал лица. Вот, ну это по ходу будет. И теперь по некоторым вопросам насущным, да. Прежде всего, мне вот народ буквально после Одессы, ну, закидал вопросами, почему я не провожу вебинары, вот ДП Фаберлик Украина народ просит, а я вебинары не провожу. Во-первых, проблема не во мне. Мне никто ваших просьб не передавал. Меня никто не просил проводить какие-то вебинары по каким-то продуктам. Честное слово, вот если бы мне сказали, что там, Лера, проведи, пожалуйста, вебинар вот по такому-то продукту, я бы обязательно нашла бы время, возможности и провела. Я никогда не отказывала ДП Фаберлик Украина в проведении какого-то вебинара или так, и так далее и тому подобное. То есть, когда меня просят, я всегда, там, руководство, я всегда иду навстречу. Поэтому, если ваши просьбы игнорируются ДП Фаберлик Украина, значит, они считают достаточным вот то, что они вам дают. Меня они точно так же игнорируют, и мы с вами находимся по одну сторону баррикад. Поэтому дело не во мне, дело абсолютно не во мне. Поэтому, раз уж, ну, вы просите, вас игнорируют, меня игнорируют, значит, давайте поищем вместе какую-то базу для вебинаров и будем проводить в обход ДП Фаберлик Украина. Им это не надо, это нужно нам, значит, это наши проблемы. Нужно искать какую-то платформу, чтобы эти вебинары проводить. Еще раз скажу, дело не во мне. Я ваши просьбы услышала, я постараюсь их как-то осуществить, да, рассказать. Абсолютно нормальная рабочая ситуация. Следующий момент. Я не хочу комментировать, вот почему там на вебинарах дается именно так информация, да. Я не смотрю вебинары нашего ДП. Правда, мне неинтересно и мне жалко своего времени. Почему? Потому что, вот, ну, как вам сказать, я все равно каждый продукт,
продукт, хоть уходное средство, хоть декоративное, я переживу по-своему. Я его оцениваю по-своему, я его тестирую по-своему. Во-первых, я его оцениваю как женщина зрелая, в возрасте. Будь то даже базовая коллекция, будь то какое-то средство курсовое. Следующий момент я оцениваю как женщина-аллергик. Да, поэтому я вот вкапываюсь в состав, разбираю состав и так далее, и тому подобное. Ну, и раз заговорила о составе, то я еще оцениваю каждый продукт как врач. Причем, что опять-таки уходное средство я разбираю по составляющим, что средство декоративное. Вот, кстати, я по декоративке обещала выложить ролик про наши карандаш тени, помада тени, и он у меня отснят уже 3 месяца почти, а я его не выкладываю. Вот. Объясню почему, потому что для меня уровень вот тот декоративной косметики, он низкий, и там и состав такой не волшебный, понимаете, и аналогичные продукты можно было там купить на Алиэкспресс, потому что производство Китай, китайской компании, поэтому я не выложила, вот правда, я пообещала и не выложила, потом я просто вспомнила, когда меня ругают, если я говорю какие-то негативные моменты, и не захотела. И слава богу, что эта продукция, эта декоративка ушла у нас из каталога сейчас, где-то там появится на распродаже. Знаете, вот ушло, и слава богу. Поэтому есть и такие моменты, есть и такие нюансы. Поэтому еще раз, оценить, что дает на вебинарах ДП Фаберлик Украина, какую информацию, я не могу. Мне не интересно, мне не важно. И тут еще один момент. Дело в том, что почему запаздывают с выходом мои ролики, да, вот появляется какая-то новинка, и, как говорится, горяча ложка к обеду, дорога ложка к обеду, да, а у меня всегда получается запаздывание, потому что я не могу рассказать о продукте, если я его не попробовала, ну, хотя бы там мне нужно вот недельку, две, а то и больше, если я его не смогла оценить в разных условиях, да, дом, улица, перепад температуры и так далее, и тому подобное, если я не нахожу вдруг у нас на сайте информацию о его составе, так бывает с декоративкой. Вот, поэтому у меня ролики опаздывают всегда. Мне нужно пережить каждый продукт, чтобы потом вам, ну, не голословно, не соврав ни слова, высказать свое мнение. Так что мне на самом деле нашу продукцию никто заранее не дает. Абсолютно. Мне дают другие компании. Вот только попробуй и сними потом, расскажи, какие мы хорошие. Наша компания мне ничего не дает. Поэтому я точно так же, как любой консультант, могу получить там продукт за 2 недели. Если он, да, меня удовлетворил, я его протестировала, я там могу снять ролик и так далее и тому подобное. Но такие препараты, как антивозрастные, курсовые, их невозможно даже иногда и за 2 недели попробовать, чтобы рассказать. Можно, знаете, поверхностно. А вот, поэтому еще у меня вот такой бзик, да, вавка в голове, что я смотрю состав, я разбираю полностью состав. И мне, конечно, интересно то, что у нас там творится в мировых лабораториях косметологических, косметических, какие ноу-хау появляются на рынке, какие эти ноу-хау заходят в нашу компанию. Почему? Потому что благодаря составу иногда можно спрогнозировать эффект, который получим мы потом, спустя какое-то время, там 2-3 месяца и так далее, и тому подобное. То есть в хорошем смысле эффект. Ну, тут уже, знаете, действительно помогает медицинское образование и данные, которые получим. Как говорится, не каждая косметичка, косметолог, и не у каждого есть медицинское образование, поэтому, может быть, это мне мешает, вот знаете, так поверхностно относиться к продукту и рассказывать, вот как красиво легла эта помада, как хорошо вот крем впитался, какой у него аромат, а у меня, если аромат, так у меня сразу истерика начинается, мне нужно знать, какой там ароматизатор, потому что опять-таки включается женщина-аллергик и так далее, и тому подобное. Так что вот такие проблемы. Еще раз повторю, что если бы поступали мне просьбы провести какой-то вебинар, я бы никогда бы в жизни не отказала. То есть вы же меня знаете, народ, кто меня знает, тот действительно знает, что я всегда готова, я готовлюсь к вебинарам, я не могу, вот знаете, там голословно, шашку на гола, сейчас я вам расскажу тут с 3 короба, и вот так вот вас отпущу с лапшой на ушах. Поэтому мне нужно, по большому счету, попробовать, пережить, узнать максимально, познакомиться с продуктом, максимально о нем узнать, просмотреть, там, допустим, на перспективу, что дают вот лаборатории, если какой-то активный ингредиент, да, какие у них результаты в лаборатории, потом уже только потом уже вам о чем-то доносить и как-то говорить. Ну и
Что еще такого проблемного, да, вот какие вопросы чаще всего задавали. Не совсем удачно у нас прошел вебинар по поводу антицеллюлитного средства. Дело в том, что я не видела чата, поэтому не могла с вами общаться вживую. Потом народ написал очень много было вопросов, по ходу на которые я, к сожалению, даже ответить и не смогла. Вопросы, они однотипные, да, вот там, а сочетание с сингаровским антицеллюлитным средством, а просто расскажите про сингаровское антицеллюлитное средство, тоже потрясающие вещи, там можно отнести к холодовой, к холодовым или противоцеллюлитным процедурам и так далее, там подобное, то есть тут и как сочетать можно, и как по отдельности можно, и вот так, такие определенные случаи, а вот если там ты, что делать и так далее, там подобное. Так вот у меня сейчас, допустим, стоит вопрос, даже дилемма, то ли провести второй вебинар по антицеллюлитному средству, в том числе и в сингаровское включить, да, рассказать и про сингаровское, о том, как их сочетать, и, или каким средством, при какой ситуации лучше пользоваться, каким не пользоваться и так далее, там подобное. Либо отснять вот опять-таки целый ряд роликов, дабы ответить на ваши вопросы, потому что они во многом повторяются. Один человек задал один и тот же вопрос, второй, третий и так далее, там подобное. Поэтому в этом плане стоит дилемма, да, ну, может быть, подскажете, как вам лучше. И еще о чем просили, ну, быть, конечно, оперативней с выходом вот новинок. Хорошо, давайте договоримся так, я постараюсь. А если у нас выходит какая-то новинка в каталоге, и есть возможность хотя бы ее приобрести за 2 недели, а мне как VIP-у, да, ну там, ну хотя бы за неделю, то продукция новинках действующего каталога, точнее каталога, который вот вступает в силу, скажем так, я буду выкладывать либо в понедельник вечером, либо во вторник. Не хочу там воскресенье или суббота и так далее и тому подобное. Я просто знаю, что у меня понедельник время посвободнее, и я смогу, допустим, или снять ролик, или там его смонтировать, обрезать и выложить. Но я не обещаю, что это будет по всем новинкам. Опять-таки повторю, мне никто новинки не презентует, не дарит. Мне не все новинки нужны, и они мне не все подходят. Поэтому, ну, давайте я буду ориентироваться на себя. Конечно, вот то, что касательно ухода, я стараюсь покупать абсолютно все. Ну, практически абсолютно все. Ясное дело, что мне не нужны там продукты для жирно-комбинированной кожи, мне там не нужны какие-то там еще заморочки, ну, при всем своем желании. А хранить ассортимент большой продукции мне тоже не хочется. И не совсем это правильно, входит постоянно какая-то новинка, я бросаю там свой курс определенный, да, и так далее, там подобное. Ну, я опять-таки повторю, я постараюсь что-то брать там, допустим, из декоративной косметики, разбирать с вами, ну и давать максимум информации по новинкам, которые входят у нас в новый каталог. Ну, то есть принимаю это к рассмотрению и к вопросу. И совсем последний вопрос, это то, что вот, допустим, переоформление там серии про эликсир и так далее и тому подобное. У меня были ролики уже по коллекции про эликсир, но тут она обновилась, тут она добавилась великолепной маской, и маски-патч появились новые. Давайте так, я попробую, я протестирую, я посмотрю, если состав кремов аналогичный тем, что были, то я думаю, нет смысла, я, может быть, просто проговорю, что да, вот смотрите, там-то и там-то, а новинки я буду тестировать и тогда буду вам рассказывать. Тем более у нас про эликсир выходит на замечательном стыке после осени, а там активный ингредиент про эликсир S20, который вообще был изначально создан для того, чтобы восстанавливать кожу после инсоляции, после солнечного излучения. И вот в преддверии зимы, когда наша кожа нуждается вот в таком и увлажнении шикарном, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, народ пишет, господи, но если про эликсир у нас заявлено там от 25 лет, да, от 30 лет, сейчас там появляется своя коллекция для увлажняющая для молодой кожи, о ней просят рассказать. Ну, то есть я постараюсь, правда, я постараюсь максимально исправиться, быть с вами почаще. Но у меня вот из всего этого ролика единственная просьба. Что бы вам хотелось в первую очередь из роликов посмотреть, потому что я все равно сразу говорю, я буду переснимать. В ближайшее время просто выйдут ролики про матриженик, кремы, да, матриженик это то, что я должна вам
А вот я их немножечко добавлю новой информации и выпущу, перепущу, что-то пойдет так, что-то так. А по декоративке выйдут в ближайшее время ролики. Это пудры бронзаты наши новые, это пудра в шариках. Рассыпчатая нет смысла уже показывать ролик, рассыпчатая у нас ушла. В ближайшее время выйдет ролик по теням новым и новые помадки. Вот это то, что будет. Точно я могу сказать, что я уже взяла для себя тестировать обновленную коллекцию Secret Story. И, конечно, я постараюсь, вот раз вот попросили так, с новинками выйти побыстрее. Ну, а так я жду, во-первых, вашей помощи. Может быть, кто-то знает, площадка для вебинаров, которую можно использовать. Это один момент, потому что, ну, право, очень сложно объять одними ягодицами все проблемы, которые накопились. Это один момент. Второй момент, я жду, какие ролики прежде всего запустить. Может, там что-то горит уже, кому-то нужно, важно. И третий момент, что мы все-таки будем опять делать с антицеллюлиткой. То ли вебинар снова проведем, но уже с акцентом антицеллюлитная фаберликовская, антицеллюлитный крем сингаровский, как их с собой сочетать. Еще раз проговорим те моменты, которые там я упустила, да, на которые вы мне задали вопросы. Ну, то есть, есть ли смысл провести такой вебинар или разбить, сделать просто-напросто это роликами. Так что давайте уже трудиться совместно, и я наконец-то приступаю к работе и обещаю догнаться вот всеми теми роликами на все ваши вопросы, которые вот остались без ответа.